Если раньше дети мечтали стать космонавтами, то сейчас они хотят быть программистами. Для всех желающих освоить цифры, коды и программы, Высшая школа информационных технологий и информационных систем Казанского университета организовала детский лагерь «Java Штурм». Ребята осваивают язык Java, а затем сразу отрабатывают на практике изученный материал. Школьники отметили, что настроены очень решительно и после лагеря хотят продолжать развивать свои навыки. Я достаточно давно увлекаюсь программированием. Я хотел узнать новый язык программирования Java и пришел сюда, чтобы, ну, собственно, научиться этому. Мне очень тут нравится. Тут веселые ребята, хороший коллектив и достаточно познавательные уроки. Вообще у меня есть идея для стартапа. Это будет приложение, и чтобы выпустить это приложение, нужно программировать на Java. Вот. И вот я сейчас здесь, собственно. Все занятия со школьниками проводит выпускник Высшей школы ИТИ Салават Забиров. Для ребят также подготовлена развивающая и развлекательная программа. Посещение экскурсий, 3D-моделирование, настольные игры. То, что мы делаем, это, конечно же, не просто игры. Это очень серьезная психологическая программа по развитию нейронных связей головного мозга. То есть каждая игра имеет определенную цель, она развивает определенные функции. Лагерь объединил школьников разных возрастов от 12 до 17 лет. Всем участникам необходимо хорошо освоить все темы, ведь уже во время лагеря они приступят к программированию своего веб-приложения. Смена продлится до 22 июня. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.